Я прошу тебя, пусть придет твоя свобода от всякого рабства, кто попал в зависимость, кто попал в рабство греха, кто попал в какое бы то ни было рабство. Ты приносишь свободу, и кого Сын освобождает, тот истинно свободный. И я прошу тебя, пусть придет твоя свобода. Пусть Господь придет от всякой зависимости, от всякого рабства, от всякого колдовства, оккультизма. Пусть придет твоя свобода во имя Иисуса Христа. Все, что дьявол строит, все, что дьявол планирует, пусть это будет разбито и разрушено. Всякое колдовство, всякие оккультные проявления, пусть это будет разбито во имя Иисуса Христа. И пусть придет твоя свобода, пусть придет твоя слава, пусть придет атмосфера неба, атмосфера царства в наши дома, в наши семьи во имя Иисуса Христа. Пусть всякий демонический план, он будет разбит, он будет изоплечен, он будет остановлен во имя Иисуса Христа. Пусть всякие цепи рабства, они будут разорваны силой Твоей, Духом Твоим во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя, что Ты приходишь сейчас в каждую ситуацию. Ты приходишь к каждому человеку, кто взывает к Тебе, и Ты приносишь свою истину, Ты приносишь откровение, и Ты выпускаешь измученных на свободу. Ты пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Ты пришел, Господь, и в Тебе нуждаются больные, Господь. Во враче нуждаются больные. Те, кто нуждаются, они обращаются к Тебе. И Ты приходишь, и Ты прикасаешься, и Ты врачуешь, Господь. Ты приносишь свободу, Ты приносишь, Господь. Ты приносишь исцеление, Ты приносишь благословение, и Ты прикасаешься. Я прошу Тебя, прикоснись к каждому человеку. Прикоснись, Дух Святой. Для Тебя нет расстояния. И я прошу Тебя, приди и принеси атмосферу неба. Принеси, Господь. Принеси атмосферу победы, атмосферу мира. Я прошу Тебя во имя Иисуса. Да придет Твое царство, и да будет Твоя воля здесь на земле, так же, как и на небе. Да придет Твое царство. Твое царство, и мы жители Твоего царства, Господь. И я благодарю Тебя, что Твое царство, оно поглощает все другие царства, и Твое царство, оно стоит вечно, и оно будет стоять вечно. И я благодарю Тебя, что мы жители, мы граждане Твоего царства, Господь. И я благодарю Тебя за Твое присутствие, благодарю Тебя, что Ты с нами, Ты посреди нас, и Ты в нас, и Ты никогда нас не оставишь, и Ты никогда нас не покинешь. Господь, я благодарю Тебя, поклоняюсь Тебе, поклоняемся Тебе, Господь, поклоняемся и простираемся к Тебе, нашей верою мы простираемся к Тебе, и мы принимаем благословение от Тебя, принимаем свободу, принимаем исцеление, принимаем победу в каждой сфере нашей жизни, там, где есть долги, там, где есть недостаток, нехватка, мы принимаем Твою победу, мы принимаем Твой прорыв, мы принимаем Твое благословение. Мы благословенные люди. Я благословенный человек. Я благословенный человек. Мы Твои дети, мы Твои сыновья и дочери. И мы успокаиваемся в Твоем доме, в Твоем присутствии. Спасибо Тебе, что Ты привел нас в Свой дом. Спасибо Тебе, что Ты усыновил и удочерил нас. И мы в Твоем доме, в доме любящего Отца. И мы успокаиваемся, Господь. И я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. И ни одно оружие, сделанное против нас, оно не будет успешно. Спасибо Тебе. Мы под Твоей защитой. Мы под Твоей защитой. И мы в Твоей руке. И никто, Господь, не покинет нас из Твоей руки. И я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, поклоняемся Тебе, любим Тебя и превозносим Тебя. Будь превознесен, Господь, будь превознесен в моей жизни. И Ты на престоле, Ты царь, Ты царствуешь, Ты на престоле в моем сердце, Ты на престоле в моем доме, Ты на престоле в моем городе, в моей стране, Ты на престоле по всему лицу земли. Иисус, Ты все держишь в Своей руке. И я прошу Тебя, дай нам быть чуткими к тому, что Ты делаешь, к тому, что Ты совершаешь. Дай нам быть чуткими, чтобы понимать время, времена, в которые мы живем, чтобы нам понимать, что нам делать, что нам не делать. И я прошу Тебя,
Дай, Господь, эту чуткость во имя Иисуса Христа. Дай нам быть отделенными, Господь, достаточно отделенными, чтобы понимать, что Ты совершаешь. Отдели, Господь, отделяй нас для Себя еще больше, Господь. Ты сказал, что святой да освящается еще. И я прошу Тебя, дай нам стоять на этом пути, Господь, святости, отделения, посвящения для Тебя, Господь. Мы Твои, мы уже не принадлежим этому миру, но мы принадлежим Тебе. И я благодарю Тебя, что Твоя кровь, она отсекает нас от этого мира. Твоя кровь, она отсекает нас от всякого греха. И мы отделены для Тебя, и мы принадлежим Тебе. Моя жизнь, она принадлежит Тебе. Мои дети, они принадлежат Тебе. Мой дом, моя семья принадлежит Тебе. Господь, спасибо Тебе, и я благодарю Тебя. И в этом есть сила, в освящении, в отделении есть сила, Господь. И я благодарю Тебя, благодарю Тебя. Ты сказал, будьте святы, потому что я свят. Спасибо Тебе, Господь, что мы святой народ, и мы люди, взятые в удел. Мы Твои, Господь, мы Твои, и это навсегда. Это не временно, это навсегда. Я Твой, Господь, мы Твои. И мы принадлежим Тебе во имя Иисуса Христа. Да будет так, и ничто не сможет, и никто не сможет это отменить, потому что мы Твои, и Ты купил нас своей кровью, Ты купил нас дорогой ценой. И я благодарю Тебя, и я люблю Тебя. Мы любим Тебя, Господь, и Церковь Твоя взывает к Тебе, и Церковь Твоя говорит, приди, Господь, приди, приди. И Дух и Невеста взывают, приди. Приди, Господь, в Своей славе. Приди, приди в наши дома, приди в наши города, приди в наши страны. Приди, Господь, и наведи Свой божественный порядок. Приди, Господь, и яви Свою славу во имя Иисуса Христа. Приди в эти опасные места сегодня. Приди к тем людям, которые на грани жизни и смерти. Приди, Господь, стучи в их сердца. И я прошу Тебя, дай им открыть для Тебя, дай им откликнуться на Твой призыв во имя Иисуса Христа. И пусть каждый человек обратится к Тебе и будет спасен во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, доверяем все Тебе, уповаем на Тебя, любим Тебя, Господь, и поклоняемся Тебе. И благодарим Тебя, что Ты ведешь нас в лучшее будущее. И мы идем в это лучшее будущее, туда, где Ты. И Ты влечешь нас, Господь, за Собою. И мы идем за Тобою. Мы идем за Тобою. Ты говоришь, следуй за Мной. Следуй за Мной. И я сделаю Тебя. И я сделаю Тебя моим служителем. Так говорит Господь. И мы следуем за Тобою. И мы облекаемся в Твою силу. Мы доверяем Тебе. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя за все, славим Тебя, любим Тебя и поклоняемся Тебе.